аграрии нашей области задают вопрос, как будет дальше развиваться агропромышленный комплекс, какая будет цена на зерно, как будут отпускаться минеральные удобрения, работа Росагролизинга и многие-многие другие вопросы. Сегодня вместе с министром Саратовской области Романом Ковальским коллеги приехали для участия в пленарном заседании Государственной Думы, где министр Российской Федерации Дмитрий Патрушев будет отвечать на вопросы депутатов Государственной Думы в рамках правительственного часа. Будут заданы вопросы, которые интересуют аграриев. Мы их задавали письменно на комитете по аграрным вопросам Государственной Думы. И такой формат, он необходим для того, чтобы напрямую люди, которые занимаются, работают на земле, увидели прямые ответы на те вопросы, которые задают наши аграрии.